Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42, в студии Сергей Уланов. 8 центов за киловатт-час. Такова предполагаемая цена будущей атомной энергии. Такое заявление в кулуарах форума в столице сделал Тимур Жентекин, глава ТО «Казахстанский АЭС». Также эксперт полагает, что почти все риски вокруг строительства АЭС в Казахстане не более чем миф. Самый сильный аргумент в пользу атомной электростанции состоит в том, что Казахстан имеет огромный запас урана. Отсюда и часто звучащий призыв: Казахстан должен использовать свое урановое богатство для своих же нужд. Тем более, что в Казахстане освоено производство урановых таблеток. Но не перестают звучать доводы о дороговизне АЭС, которая может стоить 12 или 15 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что деньги окупятся через соответствующие тарифы, по которым электроэнергия будет отпускаться потребителям. Этот проект рассчитан на лет 10, и стоимость тоже около 10 миллиардов долларов. Да? Вот у меня такой вопрос. Через 10 лет эта стоимость не вырастет? Стоимость не вырастет, если мы правильно контракт напишем. То есть, в принципе, это же тоже контрактное обязательство и так далее. Простыми словами, стоит, потому что атомная станция работает до 100 лет. То есть вот те кап-затраты, которые мы сейчас закладываем в строительство, они будут размазываться на 100 лет, в отличие от той же ВИА, которая при всех льготных вот этих условиях, она и то дороже получается, чем атомная. Поэтому у нас получается где-то от 8 и выше центов за киловатт-час. Вызовов на самом деле достаточно много. Первое – это, конечно, стоимость самого проекта АЭС. То есть, когда мы берем стоимость проекта в большинстве стран, то есть стоимость в Казахстане не должна превышать ее, ну, даже там, условно, 10-20%. Это первый очень большой вопрос. Вот с этого хотелось бы начать. Мы хотели бы, поскольку эти деньги необходимо будет возвращать тарифами, мы хотели бы, чтобы это были адекватные суммы, без учета всех хотелок, всех, кто может в этом поучаствовать. Вот позволю себе такую фразу. По мнению большинства участников этого форума, никакой опасности населению АЭС не несет. Она оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Противники же полагают, что в случае осуществления проекта АЭС возникнет необходимость в обеспечении безопасности хранения ядерных отходов в течение тысяч лет. А это потребует немалых материальных ресурсов. Что же говорят эксперты? Там 60 где-то кубометров в год образуется радиоактивных отходов, и есть технологии по компактированию, по безопасному хранению. 60 кубометров – это, в общем-то, ничего. Это иногда всякие там примеры приводят. Вот, допустим, за весь срок работы атомной станции у этих радиоактивных отходов будет вот как олимпийский бассейн. Но некоторые экономисты полагают, что АЭС слишком дорогая игрушка, и что весь мир движется в сторону строительства ВИЭ и внедрения новых технологий. Ведь человечество изобрело более дешевый, чем АЭС, быстрый и безопасный источник получения энергии от солнца и ветра. Бауыржан Шайхметов, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Мажилисмен Сериков предложил в два раза увеличить количество учебных грантов для людей с инвалидностью. На сегодняшний день всего 1% из общего количества образовательных грантов выделяются для граждан с инвалидностью. Однако на них могут претендовать только лица с первой и второй группами заболеваний. Он предложил включить в список претендентов людей с инвалидностью третьей группы. По словам депутата, люди с инвалидностью сталкиваются с трудностями и при выборе будущей профессии. Он отметил, что казахстанские образовательные гранты выделяются только на гуманитарные и педагогические специальности. Также он отметил, что 1% грантов никак не может охватить всех желающих, так как на сегодняшний день в стране проживает 725 тысяч граждан с инвалидностью, 62% из которых – молодежь. Сериков выделил и то, что инвалидность подтверждается у 11 тысяч детей ежегодно, при том, что в эти цифры не входят лица с ДЦП и аутизмом. Затем депутат предложил выделять гранты не только для поступления на бакалавриат, но и для магистратуры, докторантуры. По его словам, люди с инвалидностью имеют такое же право на знания наукой, как и у других граждан. В связи с этим предлагаю увеличить гранты для получения образования на бакалавриате до 2% лицам с инвалидностью и предусмотреть включение третьей группы в число граждан наравне с лицами первой и второй группы. Ввести 1% грантов для обучения на магистратуре и докторантуре. Разработать обучение по программе «Болашах» для обучения молодежи с инвалидностью за рубежом.
34 миллиона тенге вернут жителям Актау коммунальные службы. В ходе проверок при проведении анализа деятельности субъектов монополии установлено, что госучреждение Каспий Жылу Суарнасэ начисляло людям суммы за фактически отсутствующее тепло и водоснабжение. Счета приходили за те дни, когда услуги фактически не оказывались. Теперь указанному учреждению необходимо перерасчет более 34 миллионов средств на счета около 12 тысяч жителей. В прошлом году были периодические отключения услуг тепловодоснабжения, однако плата за эти услуги начислялась поставщиком услуг. Был проведен анализ, было установлено общее количество счетов, точные даты, точное время отключения. Было внесено представление к прокурорам области, и на основании нашего представления произведен перерасчет. Виновные лица установлены, по результатам рассмотрения акта реагирования они будут привлечены к дисциплинарной ответственности. От замечания до строгого выговора. 14 проблемных долгостроев планируют сдать в Актобе до конца года. В областном центре масса незавершенных объектов, в которые были вложены средства дольщиков. Очередной скандал разгорелся вокруг ЖК «Оскар Тауэрс». Больше 50 вкладчиков требуют у застройщика вернуть им деньги. Еще два года назад люди вложили миллионы в надежде заселиться в новые квартиры. Но жилье до сих пор им так и не дали. Доводы сторон выслушала Лейла Уесова. В Актобе просят помощи дольщики. Они вложили деньги в строительство ЖК, которые должны были сдать еще два года назад. Но в итоге ни квартир, ни денег. Люди до последнего верили в то, что застройщик все-таки доведет начатое дело до конца, и они вселятся в новые дома. Но сейчас их надежды тают с каждым днем. Жилой комплекс с громким названием «Оскар Тауэрс» должны были построить на окраине Актобе. Согласно представленному дольщикам проекту, ЖК должен был состоять из 4-5-этажных домов, а сдать их в эксплуатацию по договору застройщик был обязан еще в 2022 году. Однако сейчас на месте стоит всего одна 5-этажка, и та, жалуются люди, не доведена до ума. Не завершена отделка. Второй дом не возвели даже до половины. Мы нашли этого застройщика через агентство. Заключили с ним договор в августе 2022-го. В декабре того же года нам обещали вручить ключи от жилья. Но дом так и не сдали в эксплуатацию. Я плачу ипотеку по 260 тысяч тенге в месяц за жилье, в которое мы еще не заехали. Так как в нашем доме являются жители, многодетные семьи, матери-одиночки, есть даже жильцы, которые, не дождавшиеся квартиры, и хозяин квартиры умер, не дождавшись нового дома. Просим, чтобы на нашу проблему обратили внимание. Вложившие деньги, мы свои кровные деньги вложившие, но до сих пор не получившие квартиры, до сих пор снимаем съемные квартиры, ютимся в маленьких комнатах. Ека жил, поддерживал до... Два года мы скитаемся по съемным квартирам. Я сама мать-одиночка, вложила в этот дом 5,5 миллионов тенге. Мы уже устали от пустых обещаний. Пусть нам вернут наши деньги. Мы будем искать другие варианты. Десятки семей ждут обещанное жилье. Среди вкладчиков многие уже испытывают финансовые проблемы. Между тем, директор компании уверяет, что рано или поздно обязательно достроят ЖК. Мол, из-за подорожания стройматериалов им не хватило средств завершить объекты. Один дом обещают сдать уже в ближайшее время, а остальные по мере возможности. Общая смета двух домов – 600 миллионов тенге. С людей мы получили 104 миллиона. На сегодня один объект готов на 95%. Осталось решить вопрос с подведением инженерных сетей, канализации, водопровода и электричества. Сейчас не хватает 85 миллионов. Если банк одобрит нам кредит, то планируем сдать дом в этом году. Теперь дольщики намерены подать коллективный иск в суд и требуют вернуть им деньги. По словам чиновников, за незаконную продажу квартир без акта ввода объекта в эксплуатацию в прошлом году данный застройщик уже был привлечен к административной ответственности. На сумму 60 375 тысяч тенге судом. На сегодняшний день у нас, согласно действующего законодательства, в сфере строительства за незаконные продажи квартир только у нас налагается штраф. А остальные гражданские отношения, которые будущие жильцы заключили договор, это только решается судом в гражданском порядке. Это договорные отношения, в связи с чем госорганы не могут вмешиваться касательно вопроса возврата денег.
Ситуацию с проблемными ЖК власти держат на особом контроле и скоро передадут их на баланс новой компании при городском акимате. На сегодняшний день это наша компания сейчас занимается по проблемным. Это 11 проблемных проектов. Там 26 многоэтажных жилых домов, как сами знаете. В этом году за счет инвесторов мы планируем сдать 450 квартир. Это где-то 14-15 домов, многоэтажных жилых домов до конца года. А остальные вопросы, остальные дома, которые сейчас идут, это судебный процесс. Предварительное слушание в некоторых проектах уже завершены. Сейчас идет судебный процесс, а в некоторых сейчас идет, до сих пор идет следственное мероприятие. По словам юристов, закон требует от любого застройщика предоставлять потенциальным клиентам информацию о наличии разрешения на долевое строительство. Поэтому советуют вкладчикам перепроверять сведения о компании на сайте, прежде чем нести туда деньги. А иначе никто не застрахован от подобных жилищных конфликтов. Лейла Осева, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. А в Уральске изменится адрес дежурного ЦОНа. С 3 июня по дежурному графику будет работать учреждение, расположенное по адресу улицы Исатая Махамбета, 84. Также добавим, что ЦОН по адресу улица Жамбыла, 81/2, с 3 июня переходит на обычный график. Он будет принимать граждан с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Напомним, что дежурные ЦОНы работают в будни с 9 до 20 часов, а в субботу до 13 часов. Продолжаем выпуск. В Уральске 15 военнослужащих воинской части 5517 получили гранты на поступление в вузы после службы без необходимости сдачи ЕНТ. Солдаты получили эту возможность, участвуя в проекте «Срочники 2.0». На строевой площадке воинской части в торжественной обстановке состоялась церемония вручения сертификатов солдатам. В Министерстве обороны Республики Казахстан подведены итоги конкурса по распределению образовательных льгот для военнослужащих. В данной инициативе приняли участие бойцы воинской части 5517 Национальной гвардии, 15 из которых стали обладателями гранта. На данный момент вот 15 человек, они уже с 1 сентября будут обучаться в стенах этих вузов. Мы военнослужащим срочной службы по прибытию в воинскую часть, а также при работе в военкомате доводим, что у нас есть возможность, если военнослужащий в течение года показывает высокие результаты служебно-боевой деятельности, воспитательной, своей высокой воинской дисциплине, он может стать обладателем гранта. Такие достижения – результат хороших тренировок, отмечают военнослужащие воинской части. Диас Алгалиев был призван из Актобе. Он рассказывает, что узнал о такой возможности, когда пришел на службу. Благодаря стремлению и упорной подготовке Диас получил возможность поступить в казну имени Аль-Фараби. Для меня это стало достаточно хорошей мотивацией достичь каких-то результатов в боевой подготовке, служебной. Вот. И за эти 11 месяцев труда, можно сказать, это окупилось. И мне кажется, для многих молодых людей, кто не горит желанием пойти в армию, я думаю, это большая мотивация поступить бесплатно, тем более в высшие учебные заведения. Стоит отметить, по стране в конкурсе приняли участие около 17 тысяч солдат. По итогам было выделено 1500 бесплатных образовательных грантов. Амина Махсотова, Марлен Искалиев, Аймурат Жагапар, телеканал ТДК-42. 100 тысяч тенге составит зарплата жасыл-елевцев в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил руководитель областного штаба жасыл-ель Касиет Балмолды. Сколько человек будут работать в трудовом отряде и сколько квот выделено по городу и области, расскажут наши корреспонденты. Программа «Жасыл-ель» занимается сезонным трудоустройством молодежи в возрасте 16-35 лет. Основная цель программы – озеленение страны и пробуждение патриотизма среди молодежи. Бойцы «Жасыл-ель» занимаются посадкой саженцев и уходом за деревьями, также благоустройством парков и скверов в городах и сельской местности. В этом году по программе «Жасыл-ель» по Западно-Казахстанской области выделено на трудоустройство молодежи 1475 квот. Это на 300 квот больше, чем в прошлых годах. В нашем отряде работают и школьники, и студенты, и безработная молодежь. До этого времени в нашей организации было организовано более 30 акций и мероприятий. Из 1475 квот 300 квот выделены по городу Уральск, а 1175 квот – 11 районам области. Руководитель штаба
штаба отмечает, что ранее зарплата тружеников составляла около 80 тысяч тенге. Однако в этом году она значительно вырастет. В этом году зарплата бойцов «Жасыл ел» составит около 100 тысяч тенге. Ее бойцам будут выплачивать с двух сторон. Основной работодатель выплачивает минимальную заработную плату в размере 85 тысяч тенге. Со стороны «Жасыл ел» будет надбавка в размере 35 394 тенге. Отметим, сезонная работа отряда начнется 3 июня. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагаппар, телеканал ТДК-42. Студенты Закату имени Джангирхана, окончившие военную кафедру, приняли присягу. При этом клятву на верность своей родине могут дать лишь те, кто успешно прошел полный курс военной подготовки и успешно сдал все экзамены. В торжественной церемонии приняли участие руководство вуза, родители выпускников и наши корреспонденты. Военную кафедру при Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Джангирхана в 2023-2024 учебном году закончил 301 обучающийся. Из них 143 получили звание сержант запаса, а 158 – лейтенанта запаса. Возлагает на себя большую ответственность быть защитниками своей родины, своей отчизны. Вы, вчерашние студенты, сегодня защитники родины. И вы должны гордиться этим. Сержанты, прошедшие год обучения на военной кафедре, прошли подготовку по 5 специальностям, а лейтенанты, обучающиеся 2 года, были подготовлены по 6 специальностям. Сегодня у нас очень знаменательный день. Сегодня наши выпускники приняли клятву на верность народу Казахстана, на верность президенту Казахстана. Привели клятву, стали настоящими мужчинами. Это еще жизнь каждого мужчины – это очень серьезный этап. Потому что с этого момента они, как бы сказать, влились в ряды защитников нашей Родины. И будем надеяться, что наши выпускники с достоинством и честью пронесут это звание по всей своей жизни. И если наступит какой-то трудный час, всегда достойно и с честью выполнить свой воинский долг. Как считают сами выпускники, обучение на военной кафедре предоставляет им большие возможности в профессиональной карьере. Также благодарят преподавателей за бесценный опыт и знания, полученные на военной кафедре. Как и здесь все присутствующие здесь курсанты, я невероятно горд быть частью этого мероприятия. Как уже было озвучено старшими преподавателями, мы все горды тем, что мы наконец приняли присягу и стали частью Вооруженных сил Республики Казахстан. Каждый из нас поклялся до последнего вдоха защищать страну, законного президента, то, что ему просто недорого. И, конечно же, как и все здесь, я истинно поистине благодарен преподавателям военной кафедры. Кроме того, на военную кафедру в университет Джангирхана принимаются студенты из Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова и Западно-Казахстанского инновационного технологического университета на платной основе. Дана Килибаева, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, телеканал ТДК-42. ТОПСП «Серик» поздравила детей с праздником. В честь Дня защиты детей в ТРК «Сити-центр» для ребят организовали праздничное шоу с участием аниматоров. Маленькие гости наслаждались увлекательными конкурсами, яркими выступлениями и играми. Наша съемочная группа стала свидетелем этого яркого события. Праздник ждал детей прямо у входа в торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр». Аниматоры раздавали им шарики, создавая сказочную атмосферу. После этого в здании маленьких гостей ожидало незабываемое мероприятие. В торгово-развлекательном центре «Сити-центр» сегодня царит праздничная атмосфера. Здесь празднуют День защиты детей. Для малышей организовано различные развлекательные шоу, где они могут играть и участвовать в конкурсах. ТОПСП «Серик» сегодня организовали вот такой классный праздник для детей в первый день лета с аниматорами, с конкурсами, с играми, с подарками. Самый, наверное, классный для детей подарок – это сладкие подарки, шарики. Спонсор сегодняшних наших сладких подарков – это супермаркет «Сетсейл Фуд», а также наши партнеры торгового центра, арендаторы «Сити-центра». Цель мероприятия? Порадовать детей, показать, что они нам важны, нужны, и что сегодня, вот такой первый день лета, сделать им такой праздник. В «Сити-центре» с самого утра раздаются смех и радостные крики деток. Малыши с воодушевлением участвуют в конкурсах, танцуют и играют, радуясь каждому мгновению праздника. А родители с удовольствием наблюдают за счастливыми моментами своих детей и благодарят организаторов за отличное настроение. Мы вчера по Инстаграму увидели, что сегодня будет проходить такая программа, будут развлекать детей, и решили, что будет интересно,
Поэтому обещали быть, будет интересно, дети танцуют. У меня здесь двое, мальчик, девочка, и я надеюсь, да, что пройдет все хорошо. Я очень рада. Спасибо большое Сити-центру за то, что они это организовали. Спасибо за организованный праздник. Детям очень весело. Желаю всем детям здоровья, счастья, мира, самое главное. Ну и хорошо, отлично провести праздник. Самое главное, чтобы детям было весело в этот день. И родителям хорошо, и детям хорошо. Этот праздник мне очень понравился. Нас развлекают аниматоры, мы играем и весело проводим время. Я пришла сюда с сестренкой, и мы очень рады. Спасибо большое. Главным отличием праздника стали сладости для детей. Спонсором угощения выступила сеть супермаркетов Setsail Food. Благодаря их поддержке каждый ребенок смог насладиться любимыми лакомствами, что сделало праздник еще более запоминающимся и приятным. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагаппар, телеканал ТДК-42. В Уральске состоялось открытие международного турнира по гребле на байдарках и каноэ. Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей и памяти общественного политического деятеля Каиржана Идиатова. Участие в турнире принимают 8 команд, в том числе из соседних республик. Спортивное мероприятие проходит при поддержке западно-казахстанского филиала Демократической партии Казахстана «Ак-Жол». Открытие турнира по гребле на байдарках и каноэ, посвященного Дню защиты детей и памяти общественного политического деятеля, представителя западно-казахстанского филиала партии «Ак-Жол» Каиржана Идиатова, состоялось у праздничной сцены городского парка. Здесь собрались участники и гости спортивного мероприятия, торжественно открыли турнир казахским национальным танцам. Участие в турнире принимают команды из соседних стран – Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, России, а также соседних городов – Атырау, Туркестана и Астаны. В целом порядка 120 человек. Мы рады приехать в Уральск. Мы здесь впервые. На эти соревнования нас пригласили. Мы приехали с командой Узбекистана. Занимаемся греблей на байдарках. У нас в команде есть 5 байдаристов и 2 каноиста. Напутственные пожелания участникам мероприятия выразили ветераны спорта. Вы знаете, что наши уральские байдарочки имеют очень большие спортивные традиции. У нас есть чемпионы мира. Есть участники Олимпийских игр, чемпионы Азии. Сейчас мы хотим провести этот турнир, выявить победителей, наградить детей. Мы закладываем фундамент наших отношений между странами и государствами. Дети встречаются, общаются, они узнают друг друга. Это говорит о том, что на нашей маленькой планете Земля будет всегда мир. Всем спортсменам, конечно, пожелаю удачи, победы, чтобы все вернулись домой с медалями. Открытый международный турнир по гребле на байдарках и каноэ пройдет в течение 2 дней. Сейчас начинается соревнование по гонкам на небольших дистанциях. В этом году в Японии прошел чемпионат Азии, где команда Казахстана заняла 6 лицензий на Олимпиаду, которая состоится этим летом в Париже. Одной из таких лицензий удалось завоевать спортсменке из Западно-Казахстанской области Марии Бравковой. Отметим, что в настоящее время гребля на байдарках и каноэ в регионе развивается достаточно успешно. Поддержку спортсменам на постоянной основе оказывает Западно-Казахстанский областной филиал Демократической партии Казахстана «Ак-Жол». Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК-42. Осуществляй мечту вместе с кооперативом «Алтын-Узек». Уже год компания успешно помогает людям приобретать не только жилье, но и автомобили, спецтехнику и финансировать бизнес. Программа, реализуемая во многих городах страны, предоставляет реальную возможность быстрого приобретения недвижимого имущества. Компания «Алтын-Узек» успешно работает уже целый год. Основным условием приобретения недвижимости является внесение вкладчиками 50% от общей стоимости жилья. Оставшиеся 50% предоставляются без процентов кооперативам. Кроме того, жители могут приобрести квартиру в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу улица Мункеллы, 70А. Срок сдачи этого дома запланирован на осень. При внесении 30 или 50% от стоимости вы можете приобрести готовое жилье. Обращаем ваше внимание, что покупка возможна без подтверждения доходов и пенсионных накоплений. Приобретенное жилье будет находиться у нас в залоге, однако будет оформлено на имя покупателя. Весь процесс осуществляется через Фортебанк. Кроме того, мы не только предоставляем беспроцентное жилье, но и открываем возможность для приобретения автотранспорта, спецтехники и финансирования бизнеса.
Кооператив «Алтын-Узюк» расположен в торговом доме «Адал-1» на втором этаже, кабинет номер 19. Для получения дополнительной информации свяжитесь по номеру 8-747-603-98-57. Все самое главное за последние 7 дней в программе «Итоги недели. Воскресенье» на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамолл» на первом этаже.